вот когда нам отключили свет, газ, воду, это и вот началось такое, вот, что уже находиться в городе было очень тяжело. Продуктов, у кого что было, магазины не работают уже давно. Воду поначалу подвозили техническую, ну, питьевую, потом и воду не привозили. Хорошо выпал снег, шел дождь, мы собирали воду. А вы десь в центре жили, что там на окраине? Ну, это не центр прям Мариуполя, но и не окраина. Это 17-й микрорайон, как бы это центральный район города. А вы там с кем? С сыном, с чоловіком, с кем жили? Мы, у меня в Мариуполе дочь, взять двое детей у них, сын с невесткой, я с мужем и его мама, мужа. Дочка с детьми уехала раньше. Мы как только 24 числа мы их уже отправили, они уехали в сторону Дніпра, а сейчас они вот вчера в Польшу уехали, они сейчас там. А зараз от евакуювалися ви на власній автівці і з ким? Так, ми вп'ятером. Я з мужем, його мама і син з невесткою. Угу. У нас дві машини були. Одна стояла під під'їздом, її нет. Ми пішком біжали в гараж, але ми не знали навіть, гараж цілий чи ні. Ми з вещами так що схватили. Я як стояла возле костра, кушання готувала, то ми поїхали. А от ці 12 днів ви ж один одному, можливо, якось допомагали. Да. Кого бункер? У нас в під'їзді інвалід, колясочник. Він спуститися не мог, тому що світа нет, ліфт не працює. І куди його спускати? Рядом с ним еще там две бабульки. Одна тоже еле ходит, другая вообще лежачая. На 9-м этаже и на 8-м. У нас много было таких. Мы готовили общую еду, большой котел сделали. Носили и горячую еду. Чай кипятили, кормили их. Ну это вот до вчера, я не знаю, что там сегодня. Но мы уезжали, у нас наш подъезд, два было попадания. И начало гореть. И вот когда у меня балкон прилетело, там все разворотило. И в соседи на 6-м этаже, это в нашем подъезде, в соседнем подъезде на 3-й этаж, и это все началось возгорание, и все начало гореть. Что было дальше, я не знаю. Мы схватили, я же говорю, ну все вот это рвало. Мы пока добежали до гаража, но это где-то километра полтора. Мы всю дорогу падали, потому что по сторонам міни розривались. Нас реально бомбили. Це вчора було? Да. Угу. А до цього ви десь ховалися, можливо? Ми на першому етажі живемо. Ага. Ми між стінами. Коли? В коридорі, да. Коли от, только так, у нас вже був самоліт, і ми всі падаємо в коридорі. П'ятером, так, друг на друга. А с верхних этажей люди спускались у нас, там и в тамбуре сидели, и в подвале. В подвале жуть. Ну, подвал, есть подвал, хотя он у нас чистый был, вымето все, ну там пыль. С детьми там, ну, без света, без ничего, понятно. Маски, кто-то пытался маски одевать, чтобы от пыли. Ну, жесть, конечно. Все эти 14 дней вы постоянно, ну, были в подвалах? Вы постоянно бомбили? Чи были периоды, когда... Нет, ну, не, это ж не постоянно. Ну, периодами. Вот самолет в основном летал в 4 утра. Это у нас было как будильник. И он сбрасывал эти авиабомбы, они огромные, там такие воронки. И вот это от взрывной волны сыпались стекла. В домах стекол... практически нет. Ну вот кое-где, где хорошие пластиковые эти стеклопакеты, они еще держали. У нас до последнего были целые. Ну вот это когда танк уже попадал, ну там уже понятно. Ну зараз там дуже багато таких от будинків взагалі напіврозруйнованих, чи все місто? Практически все. От рядом, вот мой дом, і вот так рядом дом, попало в крышу, ну з крыши 9-й, 8-й этаж. Эти две квартиры выгорели полностью. На 8-м никого дома не было, на 9-м многодетная семья. Она все утро кричала, помогите с детьми, а туда подняться нельзя было. Лестничные пролеты сложились до 5-го этажа. Мужчины с других подъездов на крышу залезли, троса с машины. Она привязывала детей, их доставали. Но не всех достали.
Ви коли виїжджали, багато залишилось там людей, ваших сусідів? Дуже багато. І людям не на чим виїхати. От мої друзі, у них теж стояла во дворі машина, і вона все. Виїхати не на чим. І там у нас во дворі було дуже багато машин, повністю весь двор в машинах. Ну, люди, вдруг прийдеться виїжджати, а виїжджати вже було не на чим. От просто нам повезло, що одна у нас була в гаражі, і гараж залишився цілий. А друга у нас машина, все, її є. Зараз що плануєте? Куди будете їхати чи залишитесь у Запоріжжі? Хотім поїхати в Дніпр, не знаю. У нас немає ні родственників, ні ідеї. Ну, вирішили поїхати туди. А у вас син, скільки йому років? 23. А як він взагалі на цю ситуацію? Він поліцейський. Він до останнього вивозив людей з Сартани. Він майже останній оттуда виїхав. Сартана – це пригород Маріуполя, так? Да? С Восточного вывозил людей. Что с ним сейчас? Ну, с нами. Он на служебной машине, она тоже стояла под домом, ее тоже нет. Вы с первого дня взагалі хотели выехать? Чи, Мы в первый день просто отправили детей, маленьких внуков. Угу. То тут еще можно думали, было якось там, да? Первый 24-го числа, да. Мы не думали, что так будет. Ну, честно, что так будет, что такой ужас. Просто даже себе в страшном сне представить нельзя было. Мы все-таки надеялись, что не будут людей мирных трогать. И нас там потихоньку приближались к нам. И направились по нас. Очень тяжело. Спасибо. Я хочу, чтобы все знали, там ад, там просто ад. Они... детскую больницу, авиабомбу сбросили. У меня сосед там детский травматолог. Он был как раз на смене, он пришел и говорит, это просто жесть.